А как на самом деле? А на самом деле, и да будет воля твоя на земле, запятая, пока воля твоя не на земле, запятая, как на небо, и да будет воля твоя на земле, как на небе. Совершенно другой смысл. Понимание Священного Писания не может быть вне церковного контекста, потому что я вновь повторюсь, что автором Священного Писания является Церковь. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на канале «Перехват управления». У нас сегодня в студии Игорь Алексеевич Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, кандидат философских наук. Здравствуйте, Игорь Алексеевич! Добрый день, друзья! А также Илья Маслов, теолог и диакон. Здравствуйте, Илья! Здравствуйте! Друзья, сегодня мы с вами поднимем вопрос, почему все-таки за 2000 лет у нас... Мы не построили Царство Божие. Церковь работает, все работает. Должны были уже, наверное, прийти к какому-то светлому будущему. Почему не случилось этого, Игорь Алексеевич? Я сразу хочу сказать, что я мягкий атеист, но влюбленный в образ Иисуса Христа. И для меня это великий человек, социальный революционер, прошу прощения, может быть, это расхождение, это выражение с канонами церковными. Но он действительно спрогнозировал то, что должно быть. И почему не получилось? Причем, Виктория, не только не получилось у нас, а посмотрите, что делается в православной церкви. Вот в советские годы ее не запрещали, но держали в рамках, и там было уважение верующих. И между собой церкви относились очень уважительно и с почтением. А сейчас страшно посмотреть. Церкви православные переругались. Католический, я уже не говорю католиков, я возьму православных, московский патриархат, украинский патриархат, греческий, между собой сцепились, делят территории, одни отнимают у других мощи, и причем и один освещает танки, пушки, самолеты во имя Господа Бога. И с другой стороны точно так же освещают во имя Господа Бога. Вот тогда полный хаос в голове. Что же происходит и с православием? Игорь Алексеевич, такая проблема не только в церкви, такая проблема и с военными, и с историками. Мы сталкиваемся просто в каждой абсолютно сфере. Но я сейчас хочу про веру. И вот там совершенно непонятно. И уважение к церкви, вот прошу почтения, как советский человек, мы очень уважали церковь. И относились почтительно к этой структуре. А сейчас смотришь, и греха полно, и, извините, блуд, и чего только реально не всплыло на поверхность. Я уже не говорю про папу, который многократно извиняется за то, что там происходит в плане нетрадиционных половых отношений. И вот почему. У меня 4 объяснения. А я как раз вот на этой страничке открыл. У меня вышла монография «Возвращение Христа». Возвращение куда? Возвращение сюда, в наш мир. Мы его туда занесли, он там где-то далеко, а он здесь рядом среди нас. И вот у меня как раз вот ответ на этот вопрос. 4, да, еще что. Я здесь провел внимательнейшим образом логический анализ евангельских текстов. Вот спокойно, логически, в хронологическом выкладывании последовательности или в смысловом. То есть здесь моего ничего нет, я просто работаю с текстами Евангелия. И вот 4 варианта, почему не получилось. Первое. Бог слабее дьявола. Не поверю. По определению отпадает. Дальше. Народ оказался плохим учеником. Ближе уже. Едва ли. Это опять сомневаться в мудрости Бога. Он же создал нас по образу и подобию. И вот тогда получается по образу и подобию несуразные, неразумные дети. Опять не поверю в Творца. У детей свой выбор, и выбор делают неправильно. Уже мы созданы по образу и подобию. Почему тогда делаем выбор неправильно? Что проглядел Бог в нашей конструкции? Это вот вторая версия, я тоже в нее не верю. Ибо тогда нужно сомневаться в дальновидности Создателя. Третье. Идеи Спасителя утопичны и являются опиумом для народа. Тоже я в это... Едва ли это так. Тогда остается четвертое. Последователи исказили суть его учения настолько, что оно потеряло свою божественную силу. Вот здесь вот точно.
Я согласна. Вот мой ответ. Итак, значит, мы что-то... Причем мы это кто? Огромная сонма христианских разных конфессий, сотни миллионов людей. Вот они исказили где-то суть божественного учения. И тогда наша задача, вот опять, вернуть Христа сюда с его концепцией, что он хотел. Вот мой ответ. Илья. Ну, отвечая на вопрос, почему мир за 2000 лет существования христианства стал только хуже, я бы этот ответ начинал с того, а в какой мир, собственно, пришел Христос. Давайте вспомним исторический контекст, да, того мира, древней цивилизации, Римской империи, в которую приходит Христос. Приходит в разлагающуюся уже позднеантичную Римскую империю, которая, так вот, если образно говорить, встречает его словами понтийского Пилата, который спрашивает у Христа на суде, что есть истина. Так устало, вяло, так уже не веря ни в какую истину. Вот, собственно, весь античный мир к тому времени, ну, практически изверился. Сегодня мы так очень рьяно говорим там о запрете ЛГБТ-пропаганды, но давайте вспомним, что Римская империя, в которой рождается Христос, она погрязла во всех вот в этих содомских противоестественных грехах, и это было нормой. То, что в течение практически там, 20 веков этого греха стеснялись, это заслуга христианства. Это христианство, словами апостола Павла, внесло просто сексуальную революцию в мир, сказав, что ни мужеложники, ни блудники, ни прелюбодеи, там, ни пьяницы и так далее, Царствие Небесного не наследуют. И то, что сегодня вот опять вся эта мерзость процветает, вот, и даже, как вы правильно заметили, в католической церкви, условно даже можно назвать ее церковью, это сегодня благословляется, но, на мой взгляд, это результат того, что как раз мир отходит от Христа, особенно в последнее время. Христианство изменило отношение ко многим социальным группам, потому что для античного мира там, положение раба или женщины, например, это было положение недочеловека, и христианская проповедь, которая заявила о том, что во Христе нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, это была революционная проповедь, и мы по сей день, ну, по сути дела, живем вот этим наследием христианства. Свобода, равенство и братство – это идеи, которые были заложены христианством. И как бы их сейчас там, на протяжении там, стольких веков не извращали, тем не менее, это заслуга именно христианства. Свобода совести, которая является сегодня практически краеугольным камнем, наверное, любого законодательства, это тоже внесено было христианским учением. Потому что за что гнали первых христиан в Римской империи на протяжении 3 веков? За то, что они отстаивали право не верить в государственную религию. Их гнали за то, что они отказывались исполнить государственный культ. Там, бросить щепотку фимиама перед статуей императора. При том, что в Римской империи уже, как правило, никто не верил в это. Вот. Но, тем не менее, христиан, как ни парадоксально, обвиняли в безбожии. Они настаивали на том, что мы согласны уважать государственную власть, быть законопослушными гражданами и подданными императора, но мы не будем провозглашать его божественное происхождение, потому что он, как и все, является творением. Вот. И я считаю, что все эти вот, как бы, основы, на которых и зиждется даже вот по сей день христианская цивилизация, европейская цивилизация, а уж про русскую я вообще не говорю, это все наследие и заслуга именно христианства. Так что по сравнению с тем миром, в который пришел Христос, я считаю, что этот мир стал лучше. Другое дело, что, опять же, вот, отпадая от этих основ, отпадая от того, что породило эти цивилизации, люди идут действительно в преисподнюю.
Вот. Но это проблема не христианства, это проблема именно отступления. Ну и по поводу того, что это известный упрек, что типа вот христиане там в храмах молятся, там и церкви строятся, а типа вот столько, сколько же среди них там непотребных, злых там и так далее, ничтожных людей. Ну, вы знаете, это упрек тоже довольно такой странный, потому что церковь с точки зрения христианина это больница. Вот. Странно упрекать, что в больнице много больных. Вот. Как сказал сам Христос в Евангелии, что не здоровые нуждаются во враче, а больные. Христиане не лучше и не хуже всех остальных. Просто исходя из того, что весь мир болен грехом, христиане – это те, кто честно сказали сами себе и перед Богом: «Мы больны». Мы больны и обратились к Богу, к церкви с мольбой об исцелении. Вот. Остальной мир шагает по планете, так сказать, с гордым убеждением, что с ним ничего не случилось. Вы как врач прекрасно понимаете, что вылечить пациента, который не хочет лечиться, практически, наверное, невозможно. Вот Игорь Алексеевич начал разговор именно Советского Союза, да, что духовность была тогда выше, гораздо выше. Вы же с этим согласны? Значит, все-таки можно было бы сделать так, что большинство населения было бы здорово, психически здорово. Ну, вы знаете, тут что тут является духовностью? Все-таки нравственное общество – это не синоним духовного общества. Потому что в церковь человек приходит не для того, чтобы стать нравственным. Быть нравственным, в принципе, можно и под уздой закона. Ну, сдерживало, да, советское государство, я к нему очень комплиментарно отношусь, я ни в коем случае не антисоветчик, вот, но как бы это сдерживал закон, да, вот общество, оно было как бы вот идеалы, которые, опять же, я считаю, что идеалы даже советского общества, они все равно были истоками взяты из христианства, советская литература, советское кино, при всем там официальном атеизме, это христианская литература, вот, и христианское кино. Но просто здесь разные задачи. В церковь к Богу приходит человек не для того, чтобы решить какие-то свои проблемы или стать лучше. Он приходит для того, чтобы спастись. Вот. И в этом очень нелегком процессе, конечно же, ему требуется в том числе и нравственное совершенствование. Грешный человек противен в Господних очах, как говорится в Писании. Грешный не может спастись, поэтому улучшение себя... Спастись не может, в принципе, никто, потому это что естественный мы все процесс. Находимся под грехом. Но улучшить себя – это, наверное, именно та цель, чтобы как раз-таки-то и спастись. Игорь Алексеевич, что вы скажете? Вот я немножко страшно прозвучало, что верующий приходит в церковь не для того, чтобы стать лучше. Для того, чтобы стать лучше. Да, еще что. Вот я внимательно просмотрел вашу предыдущую передачу. Вы там сказали, что у Христа нет учения. Я сказал, что учение Христа не самое важное. Нет. Даже что учения нет. Вы сказали, что вот если бы не было Платона, никто бы не узнал Аристотеля. А как бы аргументируя, что Аристотель, а как раз для меня Аристотель пример того, что он тоже ничего не написал. Он ничего не написал, а мы знаем... Сократа вы имеете в виду? Да, прошу прощения, Сократ. Сократ ничего не написал, а мы знаем, кто такой Сократ. Сократ-то был или не был? Сократ был. Учил. У него просто другой метод. Я как раз в споре с моими друзьями, крутыми атеистами, воинственными, говорю, что я как ученый подхожу к образу Иисуса Христа. Он был, он ходил и он рассказывал. И я говорю, вы уважаете Сократа? Уважаем. Так вот, технология работы над текстами Иисуса Христа и Сократа ничем не отличается. И тот, и другой ходили. Ученикам рассказывали, а ученики изложили. И вот те Евангелия, которые есть, это и есть не что иное. Это, то есть, образ Христа и его мученическая смерть – это одно. Но для меня как раз важнее социальное учение Иисуса Христа о том справедливом мироустройстве, где люди будут жить в радости, счастье, высоких ценностях нравственных. А для этого нужно не просто верить в... Понимаете, вот я еще второе, что меня страшно испугало, что нужно верить в Христа, и сама вера в Него спасет человека.
А я верю ему, его текстам. Потому что вера в Христа, Магда Геббельс была глубоко верующей женщиной. И детей своих воспитывала в строгом соответствии с канонами христианскими. Но спала она с чудовищем. Поэтому дьявол верит в Бога? Верит в Бога. Значит, веры в Бога, и вот это одна из причин, почему же вот чем больше вот сейчас дали свободу церкви, тем становится, прошу прощения, все-таки хуже, хуже и хуже. Несопоставимы те страдания, которые несет современная цивилизация, тому, что было там 2000 лет тому назад. Почему? А потому что мы забыли про учение, социальное учение Иисуса Христа. И все свели. Вот церковь, я слушаю проповеди, там ни одной цитаты Христа не приводится. Там все приводит цитаты кого? Проповедника Павла. Он не апостол. Апостолом назначали, только апостолы имели право назначить апостола. А он, ну, сам себя... Зачем вы это говорите? Ну, это же не так. Как не так? Сейчас, это не так. Как не так? Ну, апостолы... Кто назначил его апостолом? Господь Иисус Христос, когда явился ему по дороге в Дамаск. Это он вам рассказал. Послушайте, если мы не верим в Священное Писание, как в авторитетный текст, ну, тогда мы можем выдумывать, что... Нет, я верю в Священное Писание. Послание апостола Павла является Священным Писанием. Кто его назначил апостолом? Покажите мне дату и событие, что апостолы назначили апостола. Более того, они ввели критерий, чтобы не пробрался туда никто другой, апостолом. Кстати, там вакантное место же было после гибели, смерти Иуды. И они ввели критерии. Апостолом можно назвать только того, кто ходил вместе с Иисусом Христом. Нет. Давайте почитаем. Давайте почитаем. Апостолом является тот, кто видел Иисуса Христа. Апостол – это посланник. Вот в переводе апостол – это посланник. Ну и что? А кто посылал, это он рассказал. Я же могу сомневаться. Ну, а избрание 12, ну, тогда мы можем сомневаться в том, что когда евангелист Матфей рассказывает об избрании 12. Вы тоже можете, исходя из логики, сказать, что это придумал Матфей? Нет. Ну, почему, нет? Почему вы берете из Священного Писания один текст и говорите, я ему доверяю, а это вот не божественное слово, это текст не священный, это Павел придумал. Хороший вопрос. Понимаете, дело в том, что я вам просто... Нет, я отвечу на ваш вопрос. Ну, да, сейчас. Я как раз со своими коллегами и спорю, они говорят, ну, это выдуманные тексты. А я сопоставляю Евангелия разных апостолов. И там масса совпадающих моментов, включая тонкие. Значит, они были написаны разными людьми об одном и том же. Они это видели. И, кстати, Вика, вот вопрос, когда они были написаны, не искажены ли тексты. Я вот посмотрел Евсевий Кесарейский, крупнейший теолог и историк христианства. И он говорит, что... А он жил уже, значит, 2060-й, 340-й год нашей эры. И вот он говорит, что по Матфею Евангелие было написано в 8-м году после гибели Христа. По Марку – в 10-й год. По Луке – в 15-й год. Иоанн – 32-й год. То есть, это действительные тексты, которые еще не подверглись искажениям, с учетом того, что этот человек жил вот буквально в том же самом столетии. Но они могли позже подвергнуться искажению. Мы же этого не знаем. Ну, если из этой логики исходить. Ну, мы сейчас немножко ушли от первоначального тезиса. Я хочу сказать, что а церковь, она совершенно оставила в стороне учение Иисуса Христа. А какое это учение, понимаете? Вот если вы возьмете из Евангелия и просто чисто с карандашом вот проанализируете тематику проповеди Иисуса Христа, о чем он больше всего говорит? О чем? Он говорит о себе. Он говорит о себе постоянно. Аж есть истина и жизнь. Он говорит о том, что видевший меня видел Отца. Он постоянно спрашивает у учеников, за кого почитают меня человеки. Ой, Господи, прости, заблудшую церковь. Почему заблудшая церковь? Почему заблудшая церковь? Да. Церковь является автором Священного Писания. Еще раз прости их. Автором Священного Писания является Иисус Христос. Изложенный точно так же, как учение Сократа, изложенный его учениками. Они старались быть максимально аутентичными к тексту, что услышали от своего учителя. Точно так же здесь. Учителем является
землян, Иисус Христос. И вот вы говорите, что он говорит только о себе, ну... Преимущественно о себе, да, ну потому что? Что уникально не учение Христа, уникально его личность. Уникально боговоплощение, да вы... а не нравственные заповеди, которые не отменяются, естественно. Ой, Боже, прошу прощения, где, ну что это преподают, я даже не ожидал. Учение, вот ну, Евангелие... Так, ну так преподается 2000 лет в церкви, нет. В той самой церкви, которая составила канон Священного Писания, написала это Священное Писание, вводимое Духом Святым. Да не церковь написала Священное церковь. Писание. Да не церковь том... написала. Это тексты. Что такое... Христос оставил после себя церковь да и нет, сказал он, про нее, врата ада не одолели. Он оставил учение о Царстве Божьем на земле. Вот что такое кому притча? Кому он оставил учение? Кому Сократ оставил свою школу? А дело в том, что я категорически против сравнения Христа и Сократа. Почему? Сократ – человек, а Иисус Христос является Богом. Да для меня они оба человека. А, кстати, еще... Ну, вот при чем здесь? Но мы же сейчас обсуждаем не ваше мнение... Понимаете, да. А то, как еще раз говорю, если я возьму вашу книжку и стану, как бы вот вы еще живой автор, стану выдумывать, что вы хотели сказать. Вы, наверное, меня поправите, и ваши поправки будут считаться преимущественно авторитетными. Вот если вас уже не будет на этой земле, не дай бог, то, конечно, да. Давайте ссылаться на тексты Евангелия. Давайте ссылаться на тексты Евангелия. Итак, что такое притчи? Да, еще что, вот у вас вы сейчас коснулись этого вопроса, что Бог послал своего сына, который превратился в человека. Это вот дважды вы в прошлый раз... Ну, не превратился, давайте... Ну, стал человеком. Воплотился. Воплотился. А на самом деле тоже неверно. Он, его родила мать, женщина. Христа родила женщина. Дева. Женщина, дева, но она была зачата, и он от нее... появился на свет. И он появился как Бога-человек. То есть родился, не сына он послал, который превратился в человека, а он сплошь и рядом, Христос говорит, в отличие от церкви, я сын человеческий, я сын человеческий. Это тот, который пришел воспитывать землян, сделать жизнь справедливой, свободной, возвышенной, чтобы жили в радости, А что мы будем делать с исповеданием апостола Петра, который говорит Иисусу Христу после преображения «Ты есть и Христос, Сын Божий». Сын Христос Божий. Ему говорит, что не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец мой. Да, Христос называет себя и Сыном Человеческим, и Сыном Божьим. Вы не придумали велосипед, сказав, что Иисус Христос является Бога-человеком. Так 2000 лет учит православная церковь. Нет, вы сказали, что Он послал Сына, который стал, ну, как бы превратился в человека. Это он не я сказал, это главный, один из главных христианских догматов – Бога воплощение. Бог стал человеком, принял в себя человеческую природу. Да он родился Бога-человеком. Он родился одновременно и Сын Божий, и Сын Человеческий. Об этом сплошь и рядом говорит. Для этого вот что не мог сделать Бог на земле? Почему он послал Сына сюда? Он не мог быть одновременно и человеком. А вот Христос, он одновременно и Бог, и человек. И он нужен здесь для того, чтобы нас воспитывать. И сплошь и рядом, посмотрите, вот когда в час судный слева там по руку, по левую руку, по правую руку, и те, которые по правую руку, он говорит, вы меня накормили, когда я был голодный, вы вылечили, когда я был больной, вы спасли, когда я был в темнице, поэтому вам жизнь вечная. А они говорят, а мы тебя не видели. То есть он превращается в образы, проверяя людей. Вот как модное слово. Ну зачем вы опять? Вы же здесь опять все подтасовываете. Где? Это притча. Во-первых, в контексте этой притчи о страшном суде. Это притча, во-первых. Это не напрямую идет речь о Христе. А что такое притча? Подождите секундочку. И контекст этой притчи таков, что да, его спрашивают, как мы могли послужить тебе, если мы тебя не видели. И Господь отвечает на это. Вы, оказавший милость одному из ближних моих, оказали ее мне. Это элементарный закон христианского милосердия. Откуда вы выводите, что Бог, Господь Иисус Христос, в кого-то превращается? Это непонятно. Я понимаю, что я послушал один из ваших роликов. Я понимаю, что вам очень так импонирует эта вот какая-то такая оккультно-теософская идея с превращением. Вот. Но вообще-то в христианстве существует, и вы как философ, наверное, это знаете, очень сложный
с философской точки зрения сложно христианский догмат, догмат о боговоплощении, о воипостазировании человеческой природы в ипостась второй, второго лица Святой Троицы. Да, Христос и Бог, и человек. Истинный Бог и истинный человек. И церковь исповедует это 2000 лет. Тут не надо ничего придумывать. Совершенно странно заявлять, что Бог чего-то там не мог, поэтому он послал своего сына. Бог изначально, и об этом, опять же, христианское богословие говорит, что боговоплощение было задумано еще до творения мира. Другое дело, что человек совершил грех, и поэтому вместе с боговоплощением понадобилось еще и искупление его греха. Но даже если, это святые отцы некоторые так считают, что даже если бы человек не согрешил, и природа человеческая не испортилась бы, то Бог все равно воплотился бы из-за любви к человеку. Именно в этом как раз краеугольный камень всего христианства, что Бог стал человеком. Я не говорил, что учение Христа не важно. Я говорил лишь о том, что учение Христа вторично по отношению к Нему. Спастись учением невозможно. Никакими знаниями как? Спастись невозможно. Как так? Главное знание. Ну, потому что если человек заболел, нет, если ему таблетку не дать, его организм не вылечится. Илья, вот здесь как бы я предлагаю разделить Писание и предание. Вот ну, а почему вы это предлагаете? Это, ну, по сути дела, священное писание – это тоже часть предания. Нет. Ну как нет? Давайте договоримся. Вот тогда говорите, нет. Что я так считаю, нет, Илья, а, давайте, я сейчас говорю, давайте о том, как считает церковь. Вот мне повезло в самом начале, после крушения Советского Союза, слушать одного богослова. Очень умный философ, верующий, он сказал, есть три типа текстов по степени достоверности, соответствие то, что написано, и то, что думает Господь. Первый – это скрижали. Там как бы напрямую Бог диктовал Моисею, и там искажения почти исключены. Вот им можно верить на 99%. Второй уровень достоверности – это воспоминания учеников его в виде Евангелий. А здесь уже возможны искажения, хотя несознательные. Каждый старается изложить то, что он слышал, но может чисто субъективно отклоняться от сути. А третий – это предание. И вот здесь можно понаговорить чего только. Одних православных церквей там несколько десятков и все эти нюансы. Поэтому это что-то значит. Но для меня вот я предлагаю поговорить сейчас в рамках того документа, которому можно верить – Писание. Под Писанием я понимаю вот то, что написано, отражая мнение Иисуса Христа. Так вы же еще несколько минут назад сказали, что вы в послание апостола Павла не веруете. Нет. Но это Священное Писание. Его туда добавили, что он священный. Послушайте, ну вот вы знаете, это... Не, ну мы ушли в сторону, Илья. Давайте Павла не трогать сейчас. Нет, вы понимаете, что вы берете, как бы вы выдумываете критерии. Вы выдумываете критерии. Если мы признаем, что Библия вся боговдохновенна, как веруют христиане 2000 лет, то тогда мы не имеем права, ну, вы как атеист, наверное, имеете, но она для вас не боговдохновенна, вот, но тогда какие у вас критерии, вы этого признаете, этого не признаете. Критерии. По поводу искажений... Нет, по поводу... можно скажу критерий? Ну, какой? Критерий, вот тут только что перечислил. Степень достоверности текста... Ну, послушайте... Нет, ну, не перебивайте. Ну, вы скажете... Нет, ну, дайте я критерию выскажу. Я ученый. Глубоко... Вы не библеист, Игорь Алексеевич, при всем уважении, вы не библеист. Каких современных текстологов вы знаете? Ну не перебивайте. С какими текстологами вы знакомы? С какими текстологами я знаком? Итак, это в самом начале, еще лет 20 назад, когда вот пошла проблема психика, духа, я стал одним из первых этим заниматься, естественно, церковь меня сплошь и рядом приглашала, потому что я доказывал, что люди умирают от духа. Тоска, злоба, безысходность – это дух. Отцы знали это еще 1500 лет назад. Да, прекрасно. Но до сих пор в это не верят. И верят, вот сейчас церковь думает, что умирают люди от того, что они вот… Кто это думает? Почему вы приписываете? Вы говорите, церковь думает. Итак, в плане приписки. Я знаком с, ну, наверное, 5-6 человек владык. Первый был владыка Лев Великоновгородский. Потом владыка Герман, владыка Сергий. И у меня было много бесед на эту тему. Поэтому меня приглашали на конференцию. Поэтому сказать, что вот я просто балабол и не в теме.
Едва ли правильно. И еще, мне сказали, не имеешь права вот трактовать Евангелие, потому что есть евангелисты. И вот я тогда собрал коллекцию, там, наверное, человек под 20. Поэтому все, что я говорю, это не мое мнение, это со ссылками на классических толкователей четверо Евангелия. Поэтому, когда вот вы меня укоряете, я могу тут же привести в следующий раз ссылку, кого я цитирую, говоря именно вот так. Вот такая фраза. «Закон и пророки до Иоанна, а с этого времени Царство Божие благовествуется». Понуждается. Благовествуется. Силу берется. Покажите текст. Берем сейчас благовествуется. Я же хочу показать. Итак, есть рубеж. Христос сказал, что до Иоанна Крестителя главенствовало Старый Завет. Закон и пророки. А сейчас появляется новое что-то. Что новое? Евангелие Царства Божие благовествуется. А что такое Царство Божие? Что благовествовать? Царство Небесное? В этом нет необходимости. Всем известно, Царство Небесное там, на небе. Это я толкователей цитирую. А Царство Божие – это попытка научить землян жить по законам Бога, с тем, чтобы потом обрести жизнь вечную, но ты здесь должен жить по всем Божьим законам, которые излагаются. А теперь, где он это описывал? Это вот насчет сути учения. Учение есть. И вот все притчи, это притчи, вы неправильно говорили, что он там про рыбака, про еще что-то, в притчах он излагает, как выглядит Царство Божие. Потому что простой народ не понимает сложности. Он ученикам говорит. Простой не понимает народ сложности текстов. Поэтому я им излагаю притчами. То есть притчи – это образы Царства Божия на земле в простой доступной форме. И вот тогда получается, что вот оно, учение Иисуса Христа, изложенное в виде притч, которые передали нам его ученики. И вот тогда понятно, почему вот мы сейчас зашли в тупик и в хаос. Мы как, оттуда же фраза, слепые ведут слепых. Вот сейчас, включая пастыри церковные, брат Кирилл тоже еще, на каком основании вы называете его святейший, величайший? Христос сказал, не делайте себе кумиров. Один у вас учитель, Христос, даже когда к нему обратились благи, он говорит, не называй меня благим, один лишь Бог благ. Я брат, поэтому для меня брат Кирилл и с другими братьями вот сейчас ведут человечество. А куда они его ведут? У них нет совершенно видения, куда вести. Не верят своему учителю. Царство Божие, для этого пришел Христос учить людей, каким образом достичь того, чего надо было достичь. А ушедшие в сторону вот привели к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся. Прошу прощения. Илья, замечательный вопрос Игорь Алексеевич задал насчет, куда ведет сейчас вот церковь людей. Я банально отвечу, что церковь ведет туда же, куда вела и все эти 2000 лет. К соединению с Богом, к богообщению, к избавлению от греха и спасения. Но результата ничего... нет. Почему нет? Да Гитлер в Бога верил. Послушайте, ну это странный разговор. Почему? Знаете, если эти самые фашистские врачи ставили опыты над людьми, это же не говорит о том, что медицина зашла куда-то не туда. Но они верили в Бога. Ну и что? И дьявол верует и трепещет. Правильно. Но при чем здесь это? Церковь дала массу святых, дала массу мучеников. Это, по-вашему, надо все забыть? Насчет святых. Что такое святой? Вот я имел счастье дружить с владыкой Нижегородским Сергием, и он говорит, ты знаешь святые, что такое святые? Вот мы собираемся, кворум и голосуем. И говорит, не хватило 3 голосов, чтобы Распутина признать святым. Вот что такое святые. Ну, это опять, да. Это цитата владыка Сергия. Да, это поповские байки, да. Я сам могу много чего из кулуарной, так сказать... Нет, вы сослались на святого. Кто назначил святого святым? У нас, откройте Месяцеслов, у нас большее количество святых – это мученики, о которых не надо было ни назначать их. Они своей смертью... А где генерал Карбышев среди святых? Где Зоя Космодемьянская? Где Александр Матросов? Слушайте, никто героизма Матросова и Зои Космодемьянской не умаляет. Прославление святого и героизм – это разные вещи. Пострадать за веру и пострадать за идею – это разные вещи.
Причем святой – это не медаль, которую наклеили на грудь. Это свидетельство того, что этот человек максимально воплотил в себе Бога общение, что он максимально стал приближен к Богу. Он Что такое приближен к Богу? Христос говорит, что мне вера твоя без дел твоих. Это и было дело. Мученичество – это самое предельное дело, которое может человек принести и сделать в этом мире. Нет. Существует всего лишь одна молитва, оставленная Господом. А все остальное понапридумывали люди. Причем он сам говорит, что ты молишься. Неужели ты думаешь, Бог не знает, что тебе нужно? Он все знает. А зачем тогда молиться? Вот Отче наш, же и се на небеси, да приидет царство твое. То есть вы воспринимаете, да будет воля твоя и как на небе, и так и на земле. А как на самом деле? А на самом деле, и да будет воля твоя на земле, запятая. Пока воля твоя не на земле, запятая, как на небо. И да будет воля твоя на земле, как на небе. Совершенно другой смысл. В первом случае перечисляется, будет воля твоя и там, и там, и там, и там. А во втором, чтобы она на земле была. И вот тогда верующий должен вообще... Откуда вы это взяли? Ну откуда вы это взяли? Можно сошлюсь на цитату? Поспорим. Итак, молитва. Матфей. Кстати, вот еще один момент. Говорят, Евангелие от Матфея, от Луки, от Иоанна неверно. Есть одно Евангелие от Иисуса Христа. В трактовке Марка, Луки, Матфея, Иоанна и других. Филиппа, Фома. Это единственное Евангелие Иисуса Христа. В рамках, с позиции определенных толкователей, которые в какой-то мере могут отличаться, в чем-то не сходят. Так вот я сейчас. Итак, Матфей, 6 глава, стих 9-10, и Лука, 11 глава, стих 1-2. «Да приидет царствие твое, точка с запятой, да будет воля твоя и на земле, запятая, как на небе». Вот о чем нужно просить. «Да будет воля твоя на земле». И вот я, мягкий атеист, иногда прошу, дайте мне здоровье и силы для того, чтобы твою волю на земле выполнять, строить Царство Божие на земле. Вот что нужно сейчас всем землянам. На земле, как на небе. На земле. На земле, как на небе. Как я на небе. Небеси. Да нет. Ну, а вы-то это противопоставляете из ваших слов? Да нет, это разные. Царство еще толкователи. Толкователи различают Царство Небесное на небе и Царство Божие на земле. И Христос сплошь и рядом говорит, проповедовать Царство Божие на то я послан. Вот еще как бы у вас не прозвучало, а Христос что хотел? Он что, был просто пешкой в руках Отца? Он-то что хотел? Вот он сюда пришел как раз учить землян строить Царство Божие на земле. И вот как раз молитва и говорит, и да приидет Царствие Твое на землю. И да будет воля твоя на земле, запятая, как на небе. Пока что вот здесь на земле нет, как на небе. Я хочу, чтобы на земле было как на небе. Что важнее, это земля или небо? Миссия Христа не распять. Кстати, вот это ну, тоже... Он пришел сюда для того, чтобы принять грехи людские. Да Христос, Господь одним росчерком пера мог все грехи все снять. А он видит, не получается. Потопил все человечество, не получается. Сжег Содом и Гоморру, не получается. Что дальше делать? И вот он тогда, вот после Иоанна, как пришел Христос, Бог убедился, что одних общих принципов и заповедей недостаточно. Вот нужно, как это модное слово, коуч, учить людей. И вот поэтому я закончу. То, что слева, когда в судный день, он скажет, ты меня не вылечил, ты меня не освободил из тюрьмы, ты мне хлеба не дал, поэтому гиена огненная. А те говорят, а мы тебя не видели. Так правильно, не видели. Он принимает образы. Вот суть учения и миссия Иисуса Христа. Принимать разные образы. А ты мне помоги, когда я был нищий, когда я был бедный. Не помог. И вот тогда как раз получается, что задача Христа на этой земле, а, кстати, он между нами сейчас, он слушает. Вот для меня, у меня были возможности такие, я на одной большой конференции вот так вот говорил, здесь владыка Герман, ректор Курского медуниверситета, и они говорят, Игорь Алексеевич, ты слишком вольный, как бы слово Христос, Христос, это вот что-то такое возвышенное, высокое, я говорю, это вам оно возвышенное, высокое, для меня он постоянно здесь, и я каждый свой шаг смиряюсь с тем, что бы сказал Иисус Христос. Поэтому вот миссия Христа, насколько я понимаю, нам нужно наконец сесть, перечитать, а он еще предлагал неоднократно, включая Кирилла, но это давно еще было, провести евангельские чтения. Вот что, если смогли бы найти Weekend канал как площадка,
приступить к чтению Евангелий. Взять мягких, уважаемых атеистов, влюбленных в образ Христа, и верующих, с тем, чтобы прочитать тексты Евангелий. Вы думаете, что верующие не читают Евангелие? Они читают его утром и вечером. Понимание Священного Писания не может быть вне церковного контекста, потому что я вновь повторюсь, что автором Священного Писания является Церковь, водимая Духом Святым. Прости, что Господи. Бы здесь ни говорили люди, которые, так сказать, своими фантазиями руководствуются, вот, но любой текст, тем более священный и древний, он нуждается в ключе. Конечно, любой имеет право открыть книгу и читать ее. Я тоже могу взять там большую медицинскую энциклопедию и читать ее. Слова в предложение складывать я умею. Но то, что я там, скорее всего, ничего не пойму, это факт. Вот то же самое и с древним текстом. Не имея ключа к этому, не имея духовного какого-то, духовной подготовленности к пониманию этого текста, мы можем плавать дальше в огромных фантазиях. Поэтому именно на Шестом Вселенском Соборе и было установлено то, что Священное Писание нужно трактовать и понимать так, как его понимают святые отцы. Кто они такие святые отцы перед Христом? Святые отцы были... Ну, для нас они авторитетнее, чем, простите, профессор Гундаров. Кстати, Илья, вы ошибаетесь, что нет ключа. Прочитайте Христа. Он говорит, ключ – мои притчи. Вы считаете, что я не читал Евангелие? Вы поверхностно читали.